Я стрелял в Лану, но там была Ева с ножом, и я убил ее. Ну, я не хочу. Хватит это терпеть уже. Я промазала! Возьми лучше ты пистолет. Нет? Ладно, хорошо, я возьму. Всем привет, друзья, и настало время нашего любимого формата видео, а именно молчаливый предатель. Там, где предатель может молчать хоть все видео, но только нужно, чтобы ему при этом очень сильно повезло. Вот, и сейчас будем узнавать, повезет мне или нет. Ну, блин, обидно, когда не везет тому человеку, который снимает видео. Я знаю, когда у Ланы такая история была, я прям думаю, блин, да почему так? Ну, в таком случае можно просто молчать, ведь так тоже довольно интересно. Но ты почему-то не молчала, то есть у тебя такое... Ну, так, сложно молчать тоже иногда бывает. Вот сегодня я уверена, что вряд ли я буду молчать. Так, вы знаете, я давно хотела в карту метро, поэтому давайте в метро, возьмем метро. Ой, выбор, конечно, такой себе. Ведь человек, который не предатель, сразу может схватить ствол и просто порешать кого-нибудь одного. А можно, кстати, так и сделать. Блин. Да. Так. Надо, наверное, какие-то новые правила, что ли, вводить в нашего молчаливого предателя. Потому что мне это не очень нравится. Ну, давайте так, например, с 9 минуты только можно брать ствол непосредственно. Вот я, например, вижу то, что я могу брать ствол с 9 минуты. Вы, не знаю, как хотите, так и поступайте, вот. Но я уже готов ждать 9 минуты. Волсье ба, мы бе. А, ты тоже там готова уже? Да, я не знаю, я не могу просто так молчать, и я же не предатель. Я тоже, видимо, могу брать этот пистолет, вернее, арбалет только с 9 минуты. Ну вот, очень, конечно, да, жаль. Потому что все так могут делать только. Слушай, ну обидно, что вот опять же получается так, что все-таки твое видео, опять ты разговариваешь. Говорящая получается. Я надеюсь, что моя история с предателем и, так сказать, вечным предателем постоянно мне поможет, но что-то как-то пока не помогает. А где этот зеленый ключ? Я забыла. А что происходит? Так, что происходит? А почему? Боже мой! Открывается дверь! Боже мой, все, ухожу, я ухожу. Призраки! Фиолетовый ключ! Так! А, зачем фиолетовый ключ? Нам не нужен фиолетовый ключ. Фиолетовый ключ бесполезен, к сожалению. Ай! Ай-яй-яй, я взяла случайно фиолетовый ключ. Не нужен мне, не нужен, отдайте мне. Так, Ульяна, уходи. Ульяна, уходи отсюда. Ну, я не надо, могу, мне нужно... Так, зеленый. Ладно, осторожно, я заберу. Ладно, ты хоть можешь быть предателем. Честно говоря, я все равно спасу, потому что нечестно, если вдруг тебя прихлопнут сразу, а ты предатель. Но, так скажем, интрига пропадает. Пропадает интрига, поэтому... Да... Так, я две монетки нужно. Улепетывала, там что-то уже открыли, взяли в зеленом ключике, в зеленом дверке, дверке. Да, Лана этим занялась, вот как раз-таки Лана и бегает, прыгает что-то возле меня. Кстати, уже можно брать ствол, Ульян, можешь направляться туда, но следи, чтобы тебе никто не помешал, потому что иначе, да. А почему? А, все, я взяла, я ухожу, я видела Еву, мне страшно, очень страшно, свинина, так. Понимаю тебя. Теперь нужно быстро определять, кто из всех именно двоих нас предатель. Из всех двоих. Даже не знаю, Ульяна. Ой, Ульяна, это разворот полицейский. Так, там может быть предатель. А можно проверить это, кстати. Ну подожди, нет, она там что-то открывает, ходит, смотри, что-то такая боевая, что-то так сейчас заберет монетку. Не забрала монетку. За ней идет свинина, по-моему, если не ошибаюсь. Нет, не идет свинина. А что, она подстерегает? Нет, не подстерегает. А почему она, я не забрала? Почему-то зашла. Смотри, ой, возьми еще морковку и можешь стрелять морковку, во всех. Так. Главное двоих. Сейчас убрать пистолет, чтобы не стрельнуть случайно. А то такое ага, тоже может быть. Это да, это хорошее решение. А тем временем я тут достал вот такую штуку. О, молодечек! Ага, так. А ты следи, ты от Слушай, первого лица кажется, давай следи. Нам не придется даже никого убивать. Ну как, не придется, надо убить кого-нибудь, Ульяна, убить кого-нибудь надо. Да? Конечно. А вот ключик возьми, ключик, ага. Все, конечно, как скажешь, все, взял, готово. Так. Боже мой. Иди, защищай меня. Че, вот, защити! Офицером. Что ты сделал? Я не знаю. О, как вас много, стойте! А в кого стрелять-то, в кого стрелять? Ё-моё, так. Да я не знаю, ну у тебя два человека, блин, должны умереть. Ну не должны, но могут. А давайте в Лану. Мне как-то, давайте в кого-нибудь уже, потому что давай, потому что нет. Уже все, выход открыт. Лан выход не открыт. Хочет. Ну значит, стреляй в Еву скорее, господи! Точно? Лана, точно? Ну давай! Ну, не ладно, знаю, если Лана говорит нет, она не врет, значит. Все, Ева, прости.
Я ее промазала! Я промазала! Господи, нет! Я же попала, я попала, я попала! Я промазала, я опять промазала! Ёлки-палки, все, нам каюк! Ребята, простите, я подвела вас! Я подвела вас, весь мир! Господи, все! Да блин! Нет! Ладно, смотри, я тебе поверила, видишь? Я тебе поверила! Да, спасибо большое! Это стоило тебе жизни, конечно, но что теперь поделать? Знаете, самое жуткое в этом режиме то, что даже когда мы уже знаем, кто предатель, он продолжает молчать! Да, это такое, конечно! Ножом! О, господи. А, дверь открыта? Ёж, так мы можем уходить. Да, но я хочу мстить. Я должен отомстить, мне кажется. Там открылись дверки. Осторожно, осторожно. И ты попал. Просто молодечек. Ой. Так как я не был предателем изначально, я об этом сказал. Я должен был выполнить роль шерифа, да. А Ёж еще и успел сбежать. Я успел, да. Смотрите, короче, забавный факт. В общем, когда я поднял вот этот вот арбалетик, знаете, сколько там патронов было? Сколько? 2. В смысле? Ну вот так вот, получается, после смерти человека, у которого был арбалет, арбалет появляется снова с 2 патронами, что ли? Или, может быть, с таким количеством патронов, которое собрал человек, предыдущий владелец, скажем так? Я, кажется, поняла. Ребят, давайте выбирайте карту, и я расскажу, в чём. А куда, Ульяна, нажимай быстро, куда-нибудь, господи! Школа. А, ладно, школа. Нормально, пойдёт. Какая у нас интересная ситуация произошла. Слушайте, ребят, а у меня такая интересная история произошла. Я вот сейчас, когда на Ульяну бежала, это было очень странно, потому что я... Ульяна хватала как раз оружие, а я взяла нож в руки, и Ульяна не заметила, видимо, его. Она просто говорит: «О, Ева, я боюсь тебя», и все. И я такая думаю, так, рассказывай, я тебя слушаю. Увидела. Мне казалось, что Ульяна просто увидела, что у меня нож, и просто из-за этого кричала, что она боится. А на самом деле она просто меня испугалась, потому что она не побежала. Так, слушай, а что-то вот Ульяна, может быть, использует свое право на молчание? У вас есть право хранить молчание. Вот, а может быть и является предателем. Так, ну что же, у меня есть зеленый ключ. Блин, каждый раз пугаюсь, я просто, как бы, есть же свинины с этими крылышками, и я немножко пугаюсь вот того, что Ульяна такая просто набегает. Они могут тебе прилететь, боже. Не, я просто, так, знаешь, типа из-за угла выходит Ульяна с крыльями, и я такой: ой-ой-ой-ой-ой-ой. И как бы немножко, так сказать, на нюансах, так сказать. Так, в общем, зеленая дверь где? Она мне нужна. Срочно. Покажите мне ее, пожалуйста. Ева, ты должна знать, где зеленая дверь. Вот, зеленый, ты только что от нее убежал. А зачем ты от нее убежала? Вернись. Я от нее не убегала, это ты от нее убежала. А, вот я? На первом этаже. Да. Так, ладно. Так, за мной гонится Ульяна с молотком. Она тебя пытается напугать, типа, или как? Не знаю, мне страшно. Ну, значит, она пыталась тебя напугать, и у нее получилось. Ну, это как я в прошлый раз. Ну, да. Так, а у меня тут шестереночки есть. И, слушай, пока 8 минут остается, даже чуть больше, чем 8 минут, а мы уже очень-очень близки к побегу, я бы так сказал. Ёша, а у меня пистолет. О, так, вот это неплохо. Ну все, ты знаешь, что делать, объяснять не буду. Надо было объяснить, видимо, да? Я видел! Где ствол? Я хочу ствол срочно! Дайте ствол, пожалуйста, что за дела? Так, Ульяна, ищи ствол! Я видел убийцу! Я видел ее! Какой кошмар! И так хладнокровно, просто, прям перед свининой. Ляп! И все. Да. Так, ну я так, получается, могу разговаривать, да? Я так понимаю. Ну, получается, если что все уже все видели, такая опция. Собственно говоря. Да, есть такая опция, есть такая возможность уже. А, стоит там возле. Ой-ой-ой-ой. Ну-ка. Оба-на, так, я бегу. Я сумею. Давай, ты отвлекай. Я не получаю взять. Нет! Да кого? Да я же, ты чего? Нет, я же не видел, куда эта свинота идет. Ой-ой-ой. Вот это, конечно, бомба. Это было просто... невероятно, я всех прикончила, ну почти. Ой, какая убивца. Это было красиво, да. Хочу сказать, неожиданно. Да. Ребят, я же так и не рассказала вам про арбалет и про его логику. Я сейчас вам расскажу. Дело в том, что когда человека убивают,
то, скорее всего, предмет переспавнивается. А когда он заспавнен, то там изначально есть два патрона. Логично. Подожди, а разве два? Вроде там один патрон. Да, всегда два патрона. Один. По-моему, да? В предателе два. Я видела в последнее время по два. Можете посмотреть внимательнее, но так вот... О, у нас мнения разделились. Ага, а я просто нажал, типа, ну, просто так нажал на свою карту, потому что... Свою карту, как будто я ее сделал. Ну, типа, потому что было все по нулям, вот. Так, ребят, ну я не понимаю. Мне это не нравится. Ну почему? Я в прошлый раз использовала эту возможность, так сказать, молчать. А сейчас, ну, я не хочу, хватит это терпеть уже. Почему я не предатель? Я хотела быть предателем, сейчас я разговариваю. Ну, что ж такое? Так, главное теперь быстрее найти пистолет, я надеюсь, что он здесь есть. Так, это мой ключ! Взял и забрал, вы поглядите на него. Забрал ключ, прыгает, чё ты прыгаешь? А, вот тут еще один. Ладно, я тебя прощаю. Ничего страшного, так. Я так понимаю, что у меня соло летсплей, да, будет? А что ж такое, да? Возьмите ключик, пожалуйста. Так, все. У меня немножко, видимо, залагало. Ничего страшного. Так, Ева. Я теперь опасаюсь просто всех, на самом деле, если честно. И еще слышу, где-то топает свинина. Это придает еще большего страха. Так, о, боже мой! Блин, я услышала, как Зизи убивает свинину и увидела Йоши. Я так испугалась и думала, ну все, мой конец пришел. Но нет, оказывается, все в порядке. Ну, я точно еще не знаю. А че, Йоши, ты прыгаешь? А ну-ка. А ты меня не убьешь? Ты меня точно не убьешь? Так, точно. А я думала, он где-то наверху. Так, я надеюсь, я успею. Возьми лучше ты пистолет. Нет, ладно, хорошо, я возьму. Так, осторожно, тут Лана, тут пробегает Лана. О, боже мой, нас слишком много! Вы знаете, я вот не пойму, Йоши, зачем ты мне помогаешь? Я не понимаю, вот ты ведь можешь говорить, наверное, если ты не предатель, а вот просто если ты предатель, то давай я тебя сразу убью. Потому что ты мне помогаешь, и даже я не знаю, что мне теперь делать. Возможно, это, знаете, такой прием предателя, чтобы отвести от себя глаза, или как там говорят, слухи, что там отводят. Ну, в общем, подозрение, точно. И, возможно, Йоши предатель, а возможно, это может быть и Ева или Лана, я не знаю. Но у меня есть патроны, поэтому я могу стрельнуть, в принципе, во всех. Ну, вообще, на самом деле, не во всех, а только в двух человечков. Так, ребят, так, я, в общем, настроена решительно, я хотела только сказать, давайте я стрельну в Лану, я не вижу, я выстрелила или нет, у меня опять пролагало, господи. Да, я выстрелила! Вы знаете, это так тяжело. Слушай, а я вот умер от рук Ланы, и я вот думаю, говорить не говорить, думаю, если скажу сейчас, ну что я погиб, все, сразу у тебя два патрона, и я предаю предателя. Вот, я решил, думаю, ну все, ладно, выпутывайся, я тебе и так помог. Ну да, кстати, я на самом деле сначала подумала, что ты предатель, а потом думаю, ну как же ты можешь быть предатель, если ты мне помогал все это время? Ну как-то у меня прям мнения разделились. И на самом деле вести соло летсплей, когда в ухе есть три человека, и они не говорят, и мне очень страшно, что сейчас просто придет кто-то и тюкнет тебя. В общем, это кошмар, это, конечно, кошмар. Так, давайте лес, да, почему бы нет. Так, ребят, я опять говорю, я опять не предатель, я не понимаю, что происходит. У меня теперь все наоборот, раньше я была постоянно предателем, а сейчас я не предатель. Я не знаю даже, как себя вести в этом случае. О, ключик, так, ключик, я не помню, где он применяется. Веди себя так, как веду себя я, потому что я в этой серии тоже ни разу не был предателем, и я уже устал. Я хочу кого-нибудь убить, я хочу это сделать. Ульян, я не могу, а хочется, капец, просто. Забрал зачем-то. Понимаю. У Евы эту барашку эту, хотя она вот как раз-таки за ней следовала, а может быть Ева предатель, может быть Еву бы ляпнули и все. Оба, на тут доги, а куда вы пошли, подождите, там же сверху нет деревяшки вроде, нет? А, зачем я, куда, блин, да прикинь, у меня была деревяшка, я ее поменяла на, о, господи, на желтый ключик. А я сейчас я ее возьму, нормально, будь желтым ключиком, я уже выдвигаюсь. А, да? Ладно, я уже ушла, да, я уже, да, иду обратно. Да, все окей, сейчас будет. Так. Хоп, готово. Все. Так, оп. Ой-ой-ой, к нам ползут, Ульян. Я иду, осторожно. Иду, ухожу. Так, подожди, так спокойно, надо... спокойно. А, можешь спрыгивать, по идее. Вы из Англии. Так, подожди, вот. Все, пойдет, все. И отсюда я спрыгну вот так вот и заберу сейчас эту штучку. Все. Ага. Можешь входить со спокойной душой. Это теперь не овца, это штучка. Так, хорошо. Да, все уже. Все поменялось.
Так, а ты не видела бирюзовый ключик использовали или нет? Бирюзовый я не видела, потому что у меня гаечный ключ, поэтому я хотела ее... Так, ты куда? Куда идешь? Там, так, господи, опять началось. Я не знаю, куда ты иду, не понимаю, куда. Я знаю, что за мной идет Лана опять. Опять идет Лана. Так, я это видела, поэтому если что, вдруг я свидетель, я свидетель, я все. Если я вдруг замолкаю, смотри, это значит, что я мертвец. Ага, хорошо. Я пока разговариваю. Так, Ульяна, подожди, у тебя был вроде бы гаечный ключик, если я не ошибаюсь. Да, именно так оно и есть. О, Ева, спасибо большое. Так, я уже использовала в двух местах. Ага. Так, ну, что я тебе могу сказать? Я тебе могу сказать, что у меня есть кое-какой предмет. Нет, ты умер? Ты жив? А, ты же молчишь. В смысле, нет, я говорю, есть кое-какой предмет. Как, блядь, умер. Страшно. Я умер. Так, я пытаюсь подойти к этому предмету. За мной, к сожалению, гоняются. Ага, вижу, вижу, все вижу, я все вижу. Ничего себе, ты, конечно, финты. А, вот какой у тебя предмет. Так, спокойно. Вот я вот сейчас готов стрелять, готов стрелять. Ульяна, не разворачивайся, главное, не разворачивайся. За тобой погоня, погоня за тобой, Ульяна. А, я думала, предатель, это просто всего лишь овечка, да, ладно тебе? Возможно, не за тобой, а перед тобой, я не уверен. Блин. Я почему-то подумала на секунду, что ты предатель, но ты же разговариваешь. Что происходит? Ну я же разговариваю, как бы, да. Внезапно. Ты остерегайся не меня, а других. А где бирюзовый ключ? И, кстати говоря, Лана была права. Лана была права. Пистолет? Что, пистолет у меня в руках уже, все. Не, пистолет, это хорошо, но мне нужен бирюзовый ключ, чтобы открыть еще один. А, ой, а вон, смотри, вон он. Иди бери, иди забирай, я заберу нашу эту. А ты уведешь эту бяку? Точно? Да, я уже. И я вижу двух человек, которые хотят смерти. Я выстрелил! Я стрелял в Лану! Я стрелял в Лану, но там была Ева с ножом, и я убил Еву. Представляешь? Меня убила свинина! Выстрел! Вот это выстрел, да! Выстрел прошел сквозь Лану, ты представляешь? Боже мой! Жаль, что это не засняла, блин. Очень-очень жаль. Это было красиво. Да, а еще, ребят, оказывается, что я молчала практически все видео, хотя была предателем только дважды. Вот, ага, опять же, хитро. Очень... Ну да ладно. Да, нечестно. Ну, в принципе, несмотря на то, что я даже не была предателем в этом видео, мне все-таки удалось немножко помолчать, и мне это понравилось. Если вам тоже, то пишите в комментариях. А на этом все. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, и всем пока! 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 Пока!